Снова здравствуйте. Здесь есть кто-нибудь, хоть кто-нибудь. Окей. Я не знаю, что сегодня будет. У нас хотя бы нет того отвратительного винстрика. Окей, я думаю, вообще у Джудаса осталось только в чест пойти. Вот что. Я хочу за Джудаса поиграть, потому что осталось чуть-чуть. Но в то же время... Ева полностью. Айзек полностью. Азазель полностью. Давайте по-быстрому все-таки за Джудаса, потому что, реально, только чест пройти, и все. Чест и, естественно, кафедру. Вы понимаете, о чем я. Путь, который в рай ведет. Так что придется опять играть за Джудаса. Меня уже утомило, честно говоря, за него играть, но... приходится. И да, собственно, действительно, я спросил на Reddit, на самом деле эти частички пазлов собирать не нужно, то бишь мы можем просто, если что, взять и открыть лоста. Это наверняка не так просто, я осознаю, и уж тем более пройти за него тоже будет не так просто, но мне нужно фармить эти дурацкие пазлы. А, fuck it. Это будет интересно, верно? Хотя, скорее всего, это нас убьет, но... Бывает. Fuck. Окей. Да, это, скорее всего, меня убьет. Особенно учитывая то, что я Джудас. Да, привет всем. Кто здесь уже появился? Плиз. Кстати, сегодня я посмотрел, раз у меня, почему-то, 18-го эпизода в менеджере видео не хватает, пришлось все... почему внезапно? Сегодня пятница. Сегодня ведь пятница? Да, сегодня пятница. Смотрю, 18-го эпизода не хватает, думаю, в чем дело. Окей, пришлось переименовывать все эпизоды заново, и потом смотрю, окей, 18-й эпизод появился снова. Так, какого черта? Пришлось один из эпизодов просто удалить, чтобы опять все не все не переименовывать по 1000 раз. Что поделать? Это на Ларри Джуниора странно действует. Он вроде Он вроде притягивается, но в то же время. Окей. Плиз, Ларри. О! Отлично! В Кёрсурм я не пойду. Рискованно. Мало HP. Но... Хейл это... Странно, вот в этих хард-забегах постоянно у нас Хейл попадается. Точно так же, как у нас постоянно попадается этот... как называется-то? Спайдербат. Я думаю, что сейчас здесь Спайдербат будет, если честно. Я не знаю. А, это применило этот... Мамсбра. Откуда столько тинтетроков? Бра. Окей, о! Прекрасно. И ключ еще заодно. Но это дело в чемпионах. Так, некоторые моменты надо просто не стрелять. А еще я почему-то букву белую не использовал, потому что я идиот, судя по всему. Так, это может быть опасно, особенно из-за пауков. Конкретно из-за пауков. Так, плиз. Пауки, расслабьтесь. Проблема в том, что они продолжают их спавнить. Очевидно. Если бы у меня была бомба, я, может быть, даже воспользовался. Окей. Дополнительный ключ — это просто прекрасно. Потому что их очень сильно не хватает в хард-моде. Да, так что, я думаю, скоро мы пойдем открывать этот... лоста. Ну, не скоро, но в ближайшее время, я думаю. Так... посмотрим, как получится. Я не думаю даже, что будет сильно трудно. Мы можем, кстати, сидами воспользоваться для того, чтобы открыть лоста. Это будет проще, вместо того, чтобы сидеть и фармить. The Hunt. Не проблема. Достаточно неприятный босс, конечно, но я не думаю, что это будет проблемой. О, нет, только он притягивается. Черт побери. Фак, это может быть плохо. Перестань. Его это ломает, к сожалению.
Очень плохая идея вставать с ним на одной линии. Тем более притягивая его. Так, расслабься. Ноп. Окей. Speed up и size down. Не знаю, меняет ли это хитбокс. И, конечно же, Крэмпус. Амнезия, пофиг. Я надеюсь на Lamp of Coal. Book of Belial нам просто больше дамага скорее спасет, чем глава Крэмпуса. Хотя, мы можем с помощью главы Крэмпуса, конечно, много какие комнаты защищать. Вот что. А Book of Belial я пользуюсь только... Ну, да. А Book of Belial я пользуюсь в основном только на боссах. В редких случаях на больших комнатах. Окей, я... У меня, конечно, есть два ключа, но я все-таки исследую Надо исследовать остальной этаж. Нам нужно все, что мы можем найти в любом случае. Магазин, естественно, я проверять не буду, хотя это может быть библиотека. Хотя библиотека меня особо не интересует. Здесь проблема, я не буду стрелять, пока бомбы на экране. А не иначе они ко мне притянутся. Я не вовсю играю, я только начал. Так, The Sun. Будет полезно. Как карта, либо как... У меня все еще нет помощи, что интересно. Так. Разве Cellar 2 это похоже на то, что я вовсю играю? Так. А, why not? Окей, повезло. Крутой пластырь на сука, как у Кенни с Кенни Линч теперь брутальным стал. Молодца. Кстати, хорошая игра Кенни Линч. Многие говорят, что там вторая часть плохая. Она неплохая, она хуже первой в плане разнообразия, потому что она, блин, там одни и те же перестрелки. Но мне эта игра понравилась. Там определенная атмосфера есть. Первая часть, конечно, получше будет. Это хороший шутер, реально. Я был бы очень рад, если бы его продолжили. Теперь я, кстати, понял, как на этих комнатах не получать урон. И тут же я получил урон. Но это уже было... Это уже другая история. Вообще оно того стоит. Может быть, я The Sun использую для того, чтобы это... Вторую часть камеры отвратить. Да, мне понравилось. Знаете что? Вот что. Я все равно хотел воспользоваться... The Sun в качестве карты. Все равно то, что оно нам там 2 HP установит, и ерунда. А здесь мы хотя бы еще урон врагам нанесем. Так, этих придурков я теперь притягиваю, к сожалению. Окей. Oh, fuck. Пожалуйста. Эй. Так, а этом ром наверху. У нас Curse of the Maze? Нет. Окей, мне просто почему-то показалось, что мы телепортировались. Не знаю, по какой причине. Этих ребят он вроде даже и не притягивает, потому что они на месте. Не знаю, пока начало хорошее, мне кажется. Но все может измениться. Может даже в лучшую сторону. Так. Ключи есть. Самое главное, что у нас есть консюмаблы. Я его возьму просто... Так, подождите, у меня скайп, секунду. Так, сейчас я Леру добавлю. А, громко, громко, громко. Очень громко. А, да, привет. Сейчас я скайп только потише сделаю. Окей. 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 Они не бесполезны. Комбинация Shielded Tears плюс Магнитные Слезы плюс Ледовик Техник просто шикарно. Либо просто Magnetic Tears плюс Ледовичный Техник. Я возьму Гильотин, потому что я хочу понять, как она все-таки работает. Тогда я быстро умер. Я все-таки попробую. Не думаю, что... Может, она какие-то статы добавляет? 3, 1, 3, 3, 2, 1. 3, 1, 3, 3, 2, 1. 3, 1, 3. Ага! Damage up. Это damage up. Плюс мы вот так вот, как на орбите. Интересно. Только, блин. А, это очень странно. Такой, судя по всему, это еще и спидап. А, что с головой у Айзека? What the fuck? Я знаю, что гильотина неудобная. Я все-таки хочу ее попробовать. У, она реально странная. Так тяжело.
О, боже, ты просто не понимаешь, что делаешь. Я обращаю внимание на голову, когда вхожу в комнату, а надо обращать внимание на тело. И тем более оно такое маленькое. Бомбзаки. Плохо. У нас еще один вроде есть. А, нет. I found pills. B3 отвратительно. Тирзап. Ну, я имею в виду, это damage up все-таки. О, боже. Я слишком много обращаю внимание на голову. Знаете, я даже не думаю, что это так плохо. Главное привыкнуть. Просто я не могу. Я смотрю, и голова Айзека постоянно двигается, и меня это просто с толку сбивает. А, серьезно, у меня голова от этого кружится немного. Я даже не знаю в некоторых комнатах, как мне... Так, я не знал, что она... Я не знал, что она... Я не знал, что это орбитал, честно говоря. Я думал, я урон получаю точно так же, как раньше. Да! Так, давайте магнитный... Фак, тупое тело! Это так странно. Так, обращай внимание на тело. На тело. Точнее, на го... Да, на тело. Фак. Это закончится плохо, но я рад, что я попробовал, честно говоря. Если умеешь летать, то это намного лучше. Я уверен. Зато хотя бы много урона. Ну, я скорее всего мертв. Ну, судя по всему, глава урон. Нет, не получается. Это так странно. Я вижу, что этот предмет может быть хорошим, если у тебя есть полет. Если он вообще работает. Фак. Это определенно делает хорошие вещи, этот предмет, но с ним просто надо научиться играть. Вот и все. О, боже. Я еще и в стенку ухожу головой, к сожалению. Вот там! Окей, я жив. Я мертв. Ну, ладно. Я хотя бы понял. Я буду брать этот предмет только в случае, если у меня совсем хреновая ситуация с дамагом и много HP. Либо я буду брать этот предмет, когда у меня есть полет. Все. По идее, у меня тогда тела не будет. Насколько я... Наверное. Хотя хрен знает. Да, это очень странный предмет. Но я рад, что я его как бы проверил. Потому что тогда я не понимал, в чем суть. Я быстро умер. И я подумал, окей, это просто делает вот такую фигню, и зачем мне это? На самом деле довольно неплохо. Оказывается, damage up, speed up, это очень даже неплохо. И большой damage up, что интересно. Хорошее начало, мне нравится. Серьезно? Именно поэтому ты сначала проверяешь этаж, а потом используешь пилюли. Окей. Был бы у меня сейчас Petrified Poop. Механикус, плиз, пожалуйста. У меня прям пальцы чешутся, чтобы сделать непоправимое. На самом деле оно достаточно поправимое, но ты понимаешь, о чем я. Так. Дайм. По крайней мере, мы деньгами обеспечены. Странно, что они не сделали музыку для этой комнаты. Честно говоря, как-то обидно. Хорошая комната. Мне понравилось. И, конечно же, Curse of the Darkness Cellar. Это не я начинаю. Завязывай. Серьезно. Нормально общались до того, как ты опять начал советовать вещи, которые очевидны и... Все. Я просто больше не буду на это реагировать. Постараюсь, точнее. Так. Окей.
Да, смешной мимис, действительно. Интернет-мимис. Ай, ломал. Ладно. 2014-й Айлмао. А что будет в 2015-м? Вау! Серьезно? Не, чувак, знаешь... Приехали. пока тайм-аут. Мне интересно, когда до него дойдет, что пора бы завязать. Наконец до него дошло не реагировать. Молодец. Мне понравилось. Кое до кого все никак не дойдет, что хватит хрень в чат писать. Вот и все. Теперь из-за тебя у меня на экране постоянно написано timeout user, потому что Twitch этот глючит постоянно с этими штуками. На самом деле ничего особенного. Но просто мне уже надоело это читать, серьезно. Не могу. Так. Серьезно, очень тяжело, когда ты вроде стримишься и так далее. Яркость в игре — это Curse of the Darkness, как бы. Да, очевидно, что здесь темно. Так, извиняюсь, у меня реально про Филси Фрэнка. У него есть одна хорошая песня, остальные его видео, он слишком много кричит, я не могу его смотреть. Реально, у меня зависла это теперь кнопка Time Out User, меня это раздражает. Фак, плиз, берись. Тупой Twitch. Так, сейчас, подождите. Как я могу это убрать? Видно никак. Ладно, хрен с ним. Ну ладно. Я знаю Филси Фрэнка, но серьезно, у него классная песня про это, про Frozen. Что-то там с... On the Mountain Tonight. Короче, хорошая песня. Значит, темно из-за... Слишком темно. Ничего, скоро этаж закончится. Не беспокойся. Я думаю, хоть что-то видно. Так, все, это я не использую пока что. Пин. Not a problem, man. Тем более с буквы Делайл. Как же Frozen My Face. Я не знаю, я другого не слышал. Просто мне очень понравилась у него песня про Frozen. Я попытался посмотреть его другие видео. Серьезно, если бы он разговаривал нормально и не пытался постоянно вот этим вот хриплым голосом кричать, серьезно, может быть, было бы смешно, но так просто невозможно смотреть. Я возьму Гаппи с Хэт. Я хочу стать Гаппи. Рано или поздно. Вау-вау. В этом вся фишка. Это ни хрена не фишка. Это невозможно смотреть. Я серьезно, физически невозможно. Я пытался, но нет. Я пытаюсь его слушать, но он просто постоянно кричит. Я не могу это слушать. Говорю, там вроде бы, насколько я помню, шутки даже неплохие были, но он кричит. Я просто не могу все видео слушать эти крики. Просто невозможно. Кстати, мне начала нравиться Ева в Реберсе. Вот что. Наверное, в основном из-за того, что, собственно, у нее Horror of Wavelon, в отличие от остальных, активируется на одном сердечке. Плюс у нее прическа классная. Прям 2007 и все такое. Ты просто не получаешь пусси, как Фрэнка, ты завидуешь. Понял. В смысле, я понял, о чем ты. Надеюсь, это была шутка. Нет, я понимаю, что это шутка, но... Я даже не смотрел у него толком роликов, чтобы... Я же против него ничего не говорю. Я просто говорю то, что... Я не могу его смотреть, он слишком много кричит. Так. Да мне проще PewDiePie посмотреть, серьезно. Тот хотя бы не так часто кричит, потому что этот в своих видео... Только кричит, исключительно. Я думаю, может, блин, это было одно видео, и как бы он не всегда кричит. А, нет, он всегда кричит. Я так понимаю, у него еще и альбом свой, собственно, есть. Pink Guy. Что-то там, не помню, как это называется. А еще мы, кстати, почти мертвы. Спасибо мне,
человеку, который взял Гаппи's Head. В надежде на то, чтобы стать Гаппи, потому что мы давно не были Гаппи. PewDiePie для быдла. Да, и дальше что? Никто же не спорит. Я и говорю, что мне проще его посмотреть, чем Филс и Фрэнка, все равно. Ева стал лучше, чем... Да, я тоже так считаю. Джудас, ну, слишком уж тонкий в реверсе. Слишком много чемпионов, слишком много вариаций чемпионов, которые могут тебя убить. Вот в чем проблема Джудаса. Реально, Джудасом стало играть трудно. Если ты не получишь определенные предметы, там, HP, да, и так далее, то все, тебе просто конец. И телепати Фудамис нам ничем не поможет, к сожалению. Реально, Ева стала очень даже хорошим персонажем. За нее приятно играть теперь. Ну, если ты, конечно... Реально, самое лучшее, что ты можешь сделать с Евой, это постоянно находиться в этот Horror of Wavelon. Потому что если ты этого не сделаешь, то... Ну, скорее всего, тебе конец. Ты не проживешь столько. Но другие персонажи... Они... Ой. Я читал чат. Это все равно был... У меня, конечно, был листик и все такое, но... Сам забег был не очень. Учитывая то, что мы нашли телепати Фудамис и скипнули первый этаж. Интересно, какой бы там предмет был. Надо было, кстати, запомнить тот сид первого забега. И просто активировать его и посмотреть, что было в первом айтем-руме. Я вам гарантирую, там был бы Мамс Найф. А я его пропустил. Ну, это так, предположение. Так. Упс. Не знаю, просто в Rebirth она реально лучше. Ей конкретно сделали эту фигню с одним сердечком Horror of Wavelon, и она реально стала намного лучше. То бишь, ей ты постоянно будешь в этом режиме находиться, точнее, постоянно захочешь находиться в этом режиме, и это реально классно. Да, и мне кажется, Horror of Wavelon бафнули, мне так кажется. Кстати, да, Лев, помнишь, ты говорил, что типа этого, не Федова, того, с Ютуба? Ну? Я до сих пор не проверил, это правда, что ли? Да. Я сама заходила на канал Омска, этого я был это заблочен. Прекрасно, давно пора. Ну блин, даже вот реально в плане политики YouTube он нарушал, он, блин, эти его тампнейлы, эти его названия и так далее. Тебе вообще рассказать, как это случилось? Давай. Ну, судя по тому, как я читала, он в одном из своих видео сделал обзор на какого-то школьника. У этого школьника, в общем-то, была партнерка с Ютубом, и этот школьник подал жалобу на то, что... Ролик использовал, да? Да, наш стыковат. Классика. А они все должны подать на него вот такую вот фигню, на самом деле. И они будут правы, в общем-то. Хотя в то же время, не знаю вот насчет вот этого конкретно, но с кино там какая-то есть политика определенная, что ты, по идее, все-таки можешь использовать кадры из видео, но YouTube все равно тебя блочит. Как-то там надо на закон ссылаться. Тогда все будет окей. Это как бы разрешено в целях обзоров, что-то такое. Я не помню, как это называется. Так, хороший первый этаж, мне понравилось. Одно HP, синее сердечко для сделки с дьяволом и так далее. А, ей бафнули дамаг. Ну вот, прекрасно. Я так и думал, в общем, заметно. Так, HP, плиз. Потому что реально, за Еву теперь приятно играть. Фух. Вау, близко был. Оу. Так, ну это должно быть легкая комната. Она, конечно, нудная и долгая, но, в общем, все будет окей. Там на ютубе огреб этот, Нефёдов, со своим омским ТВ. Надо будет потом на него еще подать этот страйк за то, что этот... за то, что он использует омское ТВ. Конкретно почему? Потому что это пропагандирует наркотики, очевидно. В современном понимании Омска. Так.
Окей. Я бы хотел сказать что-то типа вроде... Да я же не отношусь к нему плохо, я просто говорю, что как бы он нарушает правила. Нет. Он придурок полнейший. По всем параметрам. Ладно бы он делал видео хорошее. Но нет же. А, пауки. Так. Уже давно скатился. Он скатился примерно со второго эпизода. Первый, кстати, реально... Ну, не знаю, когда я впервые увидел, он так... Я не помню, сколько у него тогда было эпизодов, но, собственно, я увидел его первый эпизод, и... Я так посмотрел. Окей. Да, довольно забавно было. Вот. Потом все дальше и дальше, все хуже и хуже. Нет, я никогда регулярно его не смотрел. Я просто говорю конкретно про то, что когда он выкладывал новые ролики, естественно, YouTube пытался мне их протолкнуть. Спасибо, блин, YouTube Russia. Потому что это же самые популярные ролики, поэтому мне их пихает. Самые популярные не значит самые лучшие, черт побери. Никогда так не было. Так. PewDiePie это сами понимаете. Так. Я везде вижу Blue777, этот меч. Модерку. The Devil. Ау. Где item room, please? Дамаг хороший. Мы взяли все-таки этот... Забыл, как называется-то. Стигмата, вроде бы. Дингл. Изи. Тем более с уроном. Что может быть лучше? Дэмэдж плюс тирзап. Упси, Дейзи. Окей, я думаю, конец сделки сделал. А, так, экспериментал тритмент. Это может быть опасно. Вау, у нас много дамага. А, это на этой комнате, естественно. Скорость определенно прибавилась. Тирзап определенно прибавилась. Рейнджап, мне кажется, снизился. Дэмэдж я не могу увидеть, как бы. Было бы классно, если бы он брал статы с нашим Book of Belial и как бы их изменял. То бишь, у нас... Три. У нас... мы увеличили с Book of Belial, и он так, окей, все, повышу это в том числе и поменяю местами. Это было бы классно. Но я не думаю, что это так работает. Сейчас посмотрим. Так, если смотрю постоянно только двое гусь, по разным причинам. А, окей. Ну, я рад. Я рад. Так. Я если смотрю PewDiePie, а я иногда это делаю... О, мне кажется, у нас стало меньше дамага. Хотя нет. А я иногда это делаю. Почему? Потому что эти... Либо я у него смотрю этот Oculus Rift, потому что меня интересует Oculus Rift. Либо какая-то новая игра. Чисто для себя увидеть, и окей, мне эта игра не нравится, окей, без проблем. Так я на нее не подписан, и, не знаю, слишком много кричит, опять же. Хотя шутки бывают неплохие иногда. О, Ивс Маскара. Маскара. Шатспид. О, боже. Мне нужен рейндж ап и шатспид ап. Вау, видите, я пускаю слезу, и она сзади нас. Уэп, уэлп. Это может быть проблемой. Упс. Керсума, керсума нет. Магазин не будем проверять. Окей, нам нужны рейндж-апы и шат-спид-апы. Зато классно теперь выглядит. Интересно, наверное, я хочу как-нибудь поиграть за Еву. Мне кажется, я буду за Еву теперь больше играть. Она интересный персонаж стала. Мне просто интересно будет с ней найти вот этот предмет. Как она будет выглядеть. Бразер Бобби того не стоит. Хотя можно было бы взять, чтобы типа в будущем были сделки с дьяволом, но пофиг. Curse Room. Попозже, может, скажу. Curse Room. Вау, это будет интересно. Я сейчас чувствую, как будто я стреляю этим Полифимусом. Так.
Да, Markiplier мне тоже не нравится. Я пытался его посмотреть. У него, как же, как бы все говорят, и я, в общем-то, с ним согласен. У него охренительный голос. У него такой низкий, прям годный голос. Но, к сожалению, он его портит. Он просто вместо того, чтобы разговаривать нормально, он только кричит. Так. Зачем мне знать, что делает Ив Маскара, если он мне только что на экране написал? Чувак, what the fuck are you doing? Чего? Придет... Я не знаю, где Кирилл, мы давно с ним не связывались. Крайотик, не смотрю. Знаю, что он друг PewDiePie. Так. О боже, как странно так атаковать. Очень странно. Окей. Локап, окей. Я не против. Так, это может быть проблемной комнаты, если честно. Надо закручивать выстрелы. А иначе они просто не долетают. Приз. Пауки. Что вы как лузеры? Спуститесь со стены. Что, сразиться как мужики не можете? Я хрип. Больше никогда. Так, о боже, это так странно. Приходится разгонять эти выстрелы. Где? Так. По-твоему, это орать? Чувак, пожалуйста, я очень тебя прошу. Не будь школьником, я тебя умоляю. Просто... Ну давай вперед, говори, что там такого особенного. Крайне орет у него. Я как бы еще раз говорю, он... Так, что я говорил? Да, я края не смотрел. Вот. 25 центов. Так, ну, дорогое оборудование. Ну, я думаю, блин, как бы нужно все-таки голос иметь, чтобы... Дорогое оборудование работало хорошо, верно? У меня тоже оборудование... Микрофон у меня не самый дешевый, но... Окей, без проблем, а вот и не скажу. Страшно. Чувак, знаешь, все, приехали. Надоело. Совершенно искренне. Бай-бай. А вот и не скажу. Я тебя умолять теперь буду, да, чтобы ты мне сказал. Что за человек он? Он добивался каждый стрим. Серьезно, он каждый стрим добивался. Так. Упс. Только пусть не приходит и не жалуется потом в группу, что его там несправедливо забанили. Ведь так и произойдет, я уверен. Ну, будет забанен в группе, фига. Так. Я обычно никого не баню, но сколько можно? Серьезно, каждый стрим просто так вот раздражать своими постами. Сколько можно? Я ж терпеть не могу банить, но, блин, уж довел, сколько можно. Ах. Да, да, я вот и говорю, что он сейчас в группе начнет писать. Тирания! Пэкт. В самом деле можно, у нас много будет HP. Я возьму Гапистейл. Прощайте ключи, верно? Так, он не тебя одного раздражал. Ну да, я себе представляю. Серьезно, просто утомил. Я уж не могу. Каждый его комментарий это просто... Эх. Чувак, завязывай. Но он так и не прекратил. Ну, блин, сам... Сам виноват, как и я вот сейчас, например, был виноват. Nuns Habit. И Broken Watch. Вообще, Nuns Habit... Боже, я могу и то, и другое купить. О чем я? О, серьезно? Он отписался от группы, походу. Скатертью дорога, как бы.
раз это настолько он о себе мнение, что... О, боже, да я тебе тогда не расскажу, а потом на каждом стриме всех достает меня в первую очередь, а потом еще, когда его банят за то, что он всех достал, он еще удаляется из группы. Как бы окей, без проблем. Мне нравится, тебя никто не держит. Я как бы так всегда говорил. Если тебе не нравится, я тебя не держу. И вот и все. Как бы. Моя политика такая. Политика. Кто про политику тут говорит, вы чего? Так. Я хочу проверить Curse Room. Там может быть что-то хорошее. Что там могут быть пауки? Там могут быть бомбы. Там две тени. Окей, значит, два сундука. Пилюля. Пофиг. Пофиг. Политота. А, что я говорил о пауках? Но я все-таки взял Гаппи Стейл, я очень хочу стать Гаппи. Мы очень давно не были Гаппи. Если мы сейчас по-хорошему так два Гаппи предмета найдем, все будет отлично. А! Я даже не нажимал влево. Вам просто показалось. Я все еще получаю этот глупейший урон. Окей. О, музыка замедлилась на этой комнате. Вот, говорил же, у меня теперь получается уворачиваться от этого. Это на самом деле не так трудно, просто нужно было почаще эту комнату находить и научиться. Не знаю, просто каждый раз, когда я в нее вбегал, там этот... Даже я два находил? А, да, я же Гаппис Хэд поднимал, точно-точно, один. Извиняюсь, невнимательный сам. Да, теперь в Curse Room нам надо обязательно будет заходить. Этот сундук я открывать не стану, естественно. Слишком рискованно. А я забыл. А, да, нам в кафедру. Ну, теперь, возможно, открою. А, у меня бомбы нет. Окей. Путин лох. Путин так не считает. Ну, а какое нам дело до того, что считает Путин, верно? Так, замедленная комната. Серьезно, я чувствую, как будто у нас Полифимус. Хреново будет, когда появятся ускоренные комнаты. Heavy risk, heavy reward. It's not a one run yet. Классика. А, я бы хотел, чтобы эта комната была замедлена. Ну ладно. Даже меня раздражает. Точнее, там не heavy risk, а high risk, high reward. О, факт, наверное, ты о чем-то другом. Так что я не знаю. Item room. We will cross that bridge when we come to it. Fuck. Обожаю эти его фразы повторять. Крылатые. Окей. Good. HP up, damage up. Нам бы реально, нам нужны шат спидап. Спидап тоже хорошо. Если босс будет ускоренным, ну хреново. Вот что. Если у нас получится, мы, возможно, избавимся от этого, от буквы Белая, потому что, ну куда нам еще дамаг? Конечно, классно делать много урона. Но если что, мы вполне можем заменить, я думаю. Окей. У нас не Curse of the Maze случайно? Еп. Кто-то, я смотрю, там было сердечко, а теперь... А теперь его нет. А, моя вина. Я вчера рассказывал про что? Что? Девочку... Нет, ты не рассказывал, видно. Фак. Так, не лад... Я серьезно, какого черта? Так, не лажать, плиз. Я просто не могу нормально эти ваши комментарии иногда читать из-за того, что у меня вот эта кнопочка Timeout User, видите, он даже после бана нам жизнь портит. О, боже, повезло. Да, это черная надпись, она мне немножко... Это конец сообщения. Загораживает.
Девушка 140 сантиметров роста, 96 килограмм. Вау, окей. Это много. Дамаг! Устив, ложостив. Еп! Это мое второе имя. Гостив... Я бы даже сказал, это Гостив, Ложостив, Ложостив. Это мое еще и... Еще и моя фамилия заодно. Damage Up и Range Up. Range Up — это на самом деле хорошо. Еп. Да и Damage, естественно. Окей, мы гапи. Так, как это лучше сделать, если я... Так, я поднимаю это... Использую... Либо я поднимаю это... По идее, я поднимаю это. Поднимаю это. Мне кажется, я все испортил. Ну ладно. Нормально. И, возможно, я возьму с собой этот... Гапис По, потому что он мне поможет. Реально. Подождите, мы не гапи. Значит, я не поднимал Гаппи с Хэт? Значит, это было в другом забеге. Щат! Ну. Как бы... Да. Все равно я бы это сделал, но, блин. Это было в другом забеге. Окей. Ладно, не проблема. Не, ладно, проблема, но окей. Ты поднимал голову в прошлом забеге, да. Ну, мне просто сказали, что, типа... У тебя же был один гапи-предмет, тебе осталось этот, еще один. Ну, дезинформация, что поделать. Бывает. Думаю, а, все, гапи, победа. А, нет, неправда. Приз. Самая худшая комната, которая может быть замедлена, это вот эта. Одна из самых худших. Зачем тебе лапка? Ты как-то взял лапку вместо книги случайно. Я тогда пожалел просто потому, что я не рассчитывал на это. Сейчас я взял, потому что мне она нужна. Если я найду HP, я трансформирую его в себе в сердечке. Это будет полезно. Хотя я насчет этого подумаю. Если будет возможность, возможно, я подумаю насчет куклы Белайл, но вряд ли. Странно, у нас такой реально очень похож на Полифимус без Полифимуса. Какие-то слезы. Death Skid Marks? Чего? Впервые слышу. Nope. Мы их ваншотим? Да, ваншотим. хорошая комната. Главное, чтобы хорошая пилюля. Айови. Какого хрена ты вырвался? Это плохо. HP мало. Нам срочно нужен, не знаю, Майтер, этот Релик, еще что-нибудь. Как бы... Они будут классно выглядеть. Если еще и Проптозис взять, будет шикарно. Но это еще не самые большие слезы, на самом деле. О, наконец-то. Дайте мне стрелять прямо. Спасибо. Не знаю, зачем я бежал вокруг. А, фак. Плиз. Сердечко, которое мне не нужно. Секонд хард, уголь. Да. Было бы весело. Плюс использовать букву Белайл, верно? Которого у нас нет. Впрочем. Так, я теперь не буду стоять как идиот. На этот раз. Как Проптозис работает с угольком? По идее, он этот... как называется? Уголек теперь скорее время. То бишь, по идее, он все-таки увеличивает дамаг. Потому что раньше, по идее, это были кадры. Теперь это скорее время, я слышал. Это очень плохая комната, но у нас дамага полно. Еее. А, у меня нет бомбы. Tinted Rock. Ха! Missing poster. Ты нам не нужен. Да, как я уже сказал, я выяснил про эту фигню и...
эти дурацкие пазлы собирать не нужно для 100% игры, к счастью. Так что можно спокойно будет лост открывать и продолжать играть. Ух, нет. Одна из самых бесполезных комнат, на которой можно получить замедление. Конкретно неплохая комната, а именно бесполезная. Смотрите, сколько дамага. Шикарно. Что дает пастер? По идее, ничего. Я не в курсе, честно. По идее, только насчет пазла. Если я не ошибаюсь. По идее, да. Не только. Не только? Окей. Я по крайней мере читал. Окей. Я думал, что только пазл, окей. Пазл. Честно говоря, я думал, что только пазл. Окей, ладно. All the damage in the world. Окей. Теперь нам бы что-то, что позволяло бы восстанавливать нам HP. А не иначе у нас будут проблемы. Дамаг есть. Теперь нам выживать нужно. С таким дамагом мы спокойно можем игру пройти, я думаю. Нет, серьезно, смотрите на этот дамаг. Класс. Груви. А, нет, нельзя его так играть. Оу. Представьте урон, который могли бы делать мухи. А, у меня есть бомба, там был Tinted Rock, я помню. Где-то наверху, слева. Окей. Вот. Еще не слева, а прямо здесь. Ключ это, конечно, отлично, но, блин. А еще мне нужен один цент. Мне еще нужен один цент для того, чтобы этот... И в магазин сходить. Честно, на Библию мне пофиг, поэтому... А, батарея. Хотя нам она сейчас не нужна. Ну, сейчас она нам не нужна. Я могу точно купить себе батарею, но, знаете, лучше я куплю синее сердечко. Так. Механикус уже придумал, что написать, что что-то написал, поэтому смотрю. Окей. О, боже. Да, прекрасно. Так, окей. Продолжаем. Он мне нравится, как он несколько... Ну сколько? Несколько недель подряд срал, а потом... всех пооскорблял. Ну, в основном меня, конечно. И смотался. Молодец. Так. Плиз. Окей. О, так спокойно теперь в чате будет, серьезно. Давно пора было это сделать. Так, одна бомба. Ое, е. Окей. Я использую The Devil, why not? Это, конечно, легкий босс, но почему бы нет? Почему бы не ускорить процесс, верно? Оп, оп. Чушь он написал какую-то. Неудивительно. Он мастер в написании чуши. Что еще один паук? Окей. Так, опять damage up. Еще от speed up. Кстати, как раз то, что нам нужно было. Ну. Естественно. Окей, мы теперь гапи. В этот раз мы действительно гапи. Жаль, что в босс раш не успеваем. Ну ладно. Еще главное, гадюшником все это обозвал. Молодец, молодец. Так. Один раз воспользуюсь. Я знаю, что у нас есть одно красное сердечко. Так, теперь все-таки проблема восстановления HP.
Окей. Теперь нам тирзапов нужно. У нас есть все, кроме тирзапов и HP. Я рад. Я реально рад, что мы рейндж-ап получили и этот. Шат спидап. Ох уж эти мухи. Какие. Какой они офигенный урон будут делать. Не будут, уже делают. Так, нафиг этих чемпионов. Ключ, это отлично. Надо себе напомнить, мы идем в кафедру. Не забывать про кафедру. Оно того стоило. Бомбу получили. Немножко можно поиграть, хотя бы 3 цента. Блин, бесит меня, что он прям так на экране. Ни хрена не видно. По идее, это из-за того, что я чисто в окошке играю. И... эта игра немножко по-другому выглядит, когда не в окошке. Как хорошо, что она была замедлена. Я не знаю, почему-то каждый раз, когда я влетаю в эту комнату, мне хочется просто вперед побежать, и якобы меня ничто не заденет. Ну да, конечно. Как раз из-за этого и задевает. Мухи, давайте. Они нашли свою цель. Вау, близко. Mask of Infamy? Ну, в смысле, просто Infamy. Хороший предмет. Такое ощущение, что у него еще была, не знаю, пара фейков в группе или что-то такое, потому что еще люди отписались. Но если они как бы считают, что он там был несправедливо забанен или еще что, ну, опять же, скатерть дорога. Если им что-то не нравится, вперед, вперед, вперед. Обидно, что поделать, но это их выбор. Мамка! Вау! Это было легко. И я молодец, я взял полароид, все верно. HP. HP плохо, но с таким уроном, я думаю, все будет окей. Еще кто-то вышел. Ну, пожалуйста, без проблем. Мне не жалко. Мне реально не жалко. Если это люди, которые вот из-за такой фигни уходят, как бы... окей. Not a problem, man. Наверное, мне стоит к этому как-то относиться более... не знаю... как-то заботиться об этом. Но понимаете... особенно учитывая то, что у меня подписчиков с каждым днем особо не прибавляется. В основном... бывает и уходят, и приходят, но... знаете, мне... мне пофиг. Я реально пофиг. Это их выбор. Я ничего с этим не могу сделать. Алгис, прекрасно. Неуязвимость. Они сделали свой выбор, и я окей с этим. Так. Просто это дурацкая причина, вот что. А, why not? Все. Пришло время сохранить ключи для чест. Вот что. Давно пора. Tinted Rock. Прекрасно. Просто мне особенное, что нравится, что этот... все эти дни он засирал чат, и он, видно, просто ждал момента, когда я его забаню, и он сможет так... а, окей. Все, гадюшник. Мне не нравится здесь. Я валю отсюда. Если бы я его не забанил, он бы так в этом, как он называет, гадюшнике и сидел бы, верно? Он просто ждал причины. Он привлекал внимание. Окей. Если тебе заняться больше нечем в жизни, без проблем. У меня вон есть важное занятие. Играть в игры для интернета. Tinted Rock. О, ключ, прекрасно. Мне нужен еще один, и в сундуке будет отлично. Мне кажется, нам и так будет в сундуке отлично, без ключей. Надеюсь, на секретную комнату. Ну, на секрет... нет. Секретную комнату, в смысле, этот черный рынок. Да, его забанили. Давно пора было, на самом деле. Сразу его
проявилось отношение к группе вообще. Так. Окей. Я не думаю, что нас теперь что-то может остановить. Нас может остановить только лично моя тупость, если я просто буду урона много получать. Но я не думаю, что это случится. Вау, дабл гурди. Честно говоря, достаточно неприятный босс, но у нас слишком много урона. Сегодня праздник. Да. Еще damage up и range up. Как раз все, что нам нужно в этом забеге, что интересно. Он дает все, что нам нужно. Не считая, конечно, госбейби. Госбейби нам не нужен. В случае чего я применю гаппи-спо, если нам нужно будет добавочное HP. Если это рерол, комната рерол, я ей, естественно, не воспользуюсь. О, смотрите, халявный предмет. Вообще, его логично бы даже взять, но гаппи-спо. Реально, гаппи-спо. Тирзап. Как раз то, что не хватало, опять же. Ключ я не использую, естественно. Для сундука сохраним. А я, наверное, могу поднять и... не знаю. Окей. Так, тинтетроки. Приз. Вижу. Еще и Small Rock. У нас просто куча дэмэджапов. Почти каждый предмет, который мы сегодня брали, это дэмэджап был. Вау. Полоса невезения прошла. Я думаю. Всяком случае, судя по этому забегу. Ну, этот забег нам реально очень сильно повезло. С HP нам не повезло, мы реально... держимся на всех тех сердечках, которые мы довольно давно нашли. Но с этим... А, what the fuck. Но с этим уроном трудно получать дамаг, на самом деле. Да, игра снова придет на тролль-движок, действительно. Бывает. Бывает. Упс. Это было опасно. Но опять же, джуз это маленький дэмэджап, но... это дэмэджап. Так, персонаж круто выглядит. А, это стандартная, на самом деле, комбинация на Nance Habit плюс Infamy. Мне вот нравится, как выглядит Ева в плане... суть в том, что когда она получает урон, у нее Dead Bird уходит, и у нее какие-то эффекты внешности меняются. Это реально классно. Я вот видел, как это выглядело. Собственно, у Northline вроде смотрел, как у него Ева... носил вот этот капюшон, церемониал роупс. А потом, когда он получал урон... довольно классно я его выглядел. А потом, когда он получал урон, естественно, птица слетала с головы, и, то бишь, эффект убирался, это робы, и Ева выглядела по-другому. Довольно классно. Да, секрет. Не секрет, секрет. Так, разные вещи чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть, разные. Секрет, собственно, сакральная. Сами понимаете. Тайная, так наверное, лучше сказать. Я на самом деле точного слова, точнее точного перевода слова secret не вспомню, прям конкретно самого точного. Вроде бы это оно было, а secret это, ну, secret. Объяснил. Мне надо английский преподавать, очевидно. Бесполезная батарея. У нас еще бесполезный 9 вольт был. Да, секрет священный, да, точно. Но он еще таинственный, сакральный, типа того. Ну, таинственный не совсем. Ну, вы поняли. Дай мне HP. Ну да, святое сердце, в общем-то. Он мне дал HP. Окей. Жаловаться не стану. Пожалуйста, мамка уже почти мертва, точнее, сердце мамки. Класс. Вау, почему все так трясется? Ну, кафедрал. Вау, вот это было изи. Ну, оно все еще продолжается. Но если что, у нас есть Алгис, если совсем все плохо будет. Но мы просто уничтожаем врагов. Нам пофиг. Чаб, more like... dead. Я пытался. Я знаю, что я могу открыть тот сундук. Я подумал об этом, но мне лень туда лететь обратно.
Мне реально лень. Ну что бы там было? Пара ключей и этот... красное сердечко. Моя вина. Не надо расслабляться все-таки. Да, привет. Можно. Ну, о чем я говорил. Там, скорее всего, было бы что-то похожее. Да, все очень даже удалось. Как видишь. Чуть ли не каждый предмет, который мы поднимали, был дэмэджапом. Ты можешь карту нам показать? Да, если что, мы можем HP опять же увеличить. Ты да, какие у нас были предметы? Вот, пожалуйста, Cricket's Head, Пентаграмма. Пентаграмма. Cricket's Head, Mark, Pact, Small Rock, этот Mushroom. Этот Odd Mushroom, как он там? Fat Odd Mushroom. Стигмата, Jesus Juice, Cat Nine Tails, Eve Mascara, Mascara, что-то там Oil какой-то, я забыл, как называется. Короче, хороший дамаг. И это без Полифимуса у нас такие слезы. И без всякого Sacred Heart'а. А, Синтойл, я вспомнил. Деньги. Ну, прощай, Айзек. Что? Пофиг. Урон. Пожалуйста. Третья стадия сразу. Ты должен был умереть. А, муха добила. Окей. Сундук. Окей. А, у нас три ключа. Фак, what the fuck, где я потратил? Фак, what the fuck. Наверное, все-таки на тот сундук. Фак, у нас проблемы, пацаны. Я боюсь поднимать эти предметы. Может все испортить. Давайте, знаете что? Доберемся до босса, а потом вернемся и поднимем эти предметы. Потому что реально, мне кажется, так будет лучше. И как же мне нравится, что эта комната замедлена. Так. Знаете, эта музыка лучше в замедленном варианте. Так. Вау, интересная комната. Сколько жердяев. Я почти хочу Алгис применить. Почти. Упс. Реально хреново то, что у нас, блин, Curse of the Blind. Да, Curse of the Blind. О, дабл дингл. Проблема. Окей. Как же я ненавижу этих врагов, и они теперь могут умирать. Быстро. Даже не пытайся. Просто я надеюсь на еще больше дамага от тех вещей. Но я реально боюсь брать. Поэтому доберемся до босса, а потом уже... Хотя это может нам даже битву с боссом испортить. Хотя при таком дамаге я не думаю, что что-то испортит. Просто перестраховаться. Вообще на этой комнате лучше было использовать Алгис, но в общем-то нормально. Поговаривают, что с Adversaries хорошо справляться, просто кружить рядом с ними близко. Тогда они не смогут закручивать свой Brimstone. Я перечислял список предметов, к сожалению, не буду еще раз это делать, извини. Если один... Нет, Experimental Treatment мы вроде бы на этом забеге поднимали. А, нет, он... кажется, он был на этом забеге, я думаю. А может и на предыдущем, я не помню. Да, Experimental Treatment действительно может оказаться, но... Я все равно не думаю, что... Что-то может сейчас испортиться. Но шанс есть, поэтому я не беру их сразу. Но это Poison Touch. А, Ямхард, окей. Если что, опять же, мы используем наши HP.
Точнее, этот гость... Я хотел сказать гости в СПО. Гапис. Значит, я все-таки на этом забеге брал. Окей. Ненавижу Кейджа. Так. Ну, я где-то в начале вроде брал его. Если не ошибаюсь. What the fuck? Странная комната. Окей, мы дошли до босса, пошли проверим. Просто ради интереса. Ради интереса. Сразу использую Гаписпо, чтобы дать нам HP. Я не думаю, что мы можем проиграть. Посмотрим. Mom's Pet. Окей. Возьмем с собой, если что. Harley Quinn Baby. Не проблема. Book of Shadows. Окей. Book of Shadows. Кстати, отвратительные предметы на сундуке. Они бы нам ничего не испортили, но все равно. Они просто сами по себе отвратительные. Я стреляю, я даже слез не вижу за собой. Они слишком медленные. Алгис. Ну, что-то типа того. Уу! Окей. Мы тысячу раз видели эту концовку, в общем-то, так что... это был Джудас. Пожалуйста, Джудас полностью пройден. Наконец-то. Я так долго мучился. Из-за него у меня были эти минус 38 винстрики. Да, наконец-то. А следующим будет... я даже не знаю, кто будет следующим. У нас у Лазаруса меньше всего, на самом деле. Но в то же время... Кайном придется играть. Лазарусом. Окей, ладно. Собственно, это и я определенно выложу на YouTube, очевидно. Да, всем тем, кто смотрел на YouTube, до следующего эпизода. Все те, кто на этом, на том самом, на Твиче. Сейчас я выключаю стрим и включаю его обратно. Все как обычно. Сейчас я вернусь.